Школьники Пробильского района смогли ближе познакомиться с работой газотранспортной компании. «Газпром Трансгаз Томск» организовал выездные мастер-классы, тестирование по ЕГЭ и викторины для старшеклассников, чтобы помочь им в выборе будущей профессии. Предприятие реализует крупные проекты, использует передовые технологии, идет по пути цифровой трансформации, поэтому заинтересовано в талантливой молодежи. Первые встречи сотрудников компании состоялись в школах Пробильского и Каргасовского районов. Старшеклассники Новосельцевской средней школы внимательно смотрят презентационный фильм о компании «Газпром Трансгаз Томск». Сотрудники рассказывают о достижениях предприятия, о строительстве магистрального газопровода «Силы Сибири», самого масштабного проекта последнего времени. 11-классница Алена Новосельцева больше любит гуманитарные науки. Встреча с представителями газотранспортной компании, организованная по инициативе генерального директора Владислава Бородина, открывает для нее новые перспективы. Новый опыт. Возможно, я начну, задумываться, может, и что-то буду развиваться в каком-то таком направлении. Протяженность российской газотранспортной системы, строительством и обслуживанием которой занимается томская компания, составляет более 11 тысяч километров. Здесь используется современное, высокотехнологичное оборудование, которое требует соответствующей подготовки специалистов. Чтобы отвечать запросам времени, в «Газпром Трансгаз Томск» ведут системную работу по развитию и подбору персонала, поиску талантливой молодежи. На территории РФ это единственная компания, которая может дать мне стабильную работу. Компания «Трансгаз», она осуществляет хорошую практику для таких специалистов. Знакомить школьников с будущей профессией сотрудникам компании помогают студенты и преподаватели профильного вуза. Все занятия проходят в форме мастер-классов, викторин и тестирований с учетом возраста учеников. Большой интерес в глазах ребят был очевиден. И не только школьников, кстати, но и взрослых, которые присутствовали на мероприятии. Поэтому интерес был неподдельный. Как правило, дети сами просят организовывать такие встречи, хотят участвовать в них. Особенно стало популярно через интернет, там онлайн-встреч. Они больше узнают, чем занимаются выбранные ими профессии или отрасль. Более 800 школьников из 5 учебных заведений Каргасовского и Парабельского районов получили возможность узнать специфику работы в компании «Газпром Трансгаз Томск» и сделать очередной шаг к выбору будущей профессии. Алексей Смирнов, Евгений Лысенок, Вести, Томск.